There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this warrior. Ну это легко, давайте. Давай, Миш. Ох, молодец. А вот так вот кто-нибудь сможет? Хитрые, а хитрые какие. Давай, Степ, ты сможешь. Молодец. А вот так вот. А поспорим, что я вот пройду с такой высоты. Поспорим с вами? Давайте побежим. Вам надо через нее пролезть. Правильно. Давайте, кто сможет? Давайте, ребят, надо быстрее. Сзади злодеи, мы должны на эту сторону перелезть. Быстрее. Подожди. Мы все сможем. Давайте. У нас все получится. Мы все сможем. Так,
Я забыл, у кого сегодня день рождения? У меня! Тебя! А кто-нибудь кроме тебя еще знает об этом? Я! Ребята, ты знаешь? Ну вы все знаете, ну молодцы! А давайте... Вы мне расскажете, откуда вы знаете Мишу? Нет, потому что он ходит в наш садик. А, понятно, не так, я тоже знаю. Да я другой садик покажу. А Степа, ты откуда Мишу знаешь? Он вообще не откуда. Миша. А Степа, брат Артема. Поэтому они все друг друга знают. Так, ребята. Море! Это не море, это туча. Мы с вами же идем по лесу, вы помните? Мы идем по лесу, и над нами нависла туча. И нам надо, мы очень не хотим попасть под тучу. Ваше следующее задание? Успеть пробежать под тучкой. Не то не быть вам суперменами. Смотрите, пока нет тучки, пока нет. Надо быстрее пробежать, пока нет тучки, да? А вот! Съела тучку! Все! Ох, Миша, как ты пробежал, а? Вы большие молодцы. Вы справляетесь с заданиями. А я тучку бил. А зачем ты тучку бил? Что тучка тебе плохого сделала? Я хотел по тучке походить. Ну ты прям настоящий супергерой. А сейчас, ребятки, настало время танцевать. Хотите танцевать? Миша! Все, будем танцевать сейчас. Раник! Еще быстрее. Еще быстрее. Ну все, вы большие молодцы, похлопаем друг другу. Вы смогли. Да.
Давайте, аплодисменты, молодцы. Вы выдержали все. Ура! Испытание. Соберемся в кружок. И говорим. Что мы говорим? У нас все получится. Мы все сможем. У нас все получится. А теперь у нас новое правило. Подождите. Подождите, у нас новое правило. Мы все сможем, у нас все получится. Мы супермены. Поняли, как говорить? Давайте. Раз, два, три. Мы все сможем. У нас все получится. Мы супермены. Молодцы, молодцы. Нет. Пока что нет. Вот у нас есть три штучки, да? Соответственно, у нас три победителя. Когда играет музыка, мы все бегаем, танцуемся, веселимся, да? Но только как музыка останавливается, вы должны будете занять одну паутину. К сожалению, у нас будут проигравшие. Готовы? Понятно правило? Музыка играет, мы все веселимся. Но только как музыка останавливается, мы все стараемся занять паутинку. Давайте. Иди к папе. Все, танцуй, давайте, танцуй, ребят. Артём. Нельзя, нельзя так, Артём. Правильно не слушал разве? Пока танцуем. Ай, дальше, идёмте, танцуем. Опа, опа. Быстрей, быстрей. Молодцы. Молодцы, ребят, молодцы. Я победитель. Вы победители. А теперь мы убираем одну паутинку. Идем к папе, идем. Остается две. Глаза закрыла. Танцуем дальше. Подальше, подальше от паутины. Давайте танцуем. Вот мама кулит делать. И я знаю, как ее сделать. Политички раскрывать. И цветочки раскидать. И листочки раскидать. Все, приступили. Оп! Ну, проиграл Артём сегодня. Ну что ж, у нас суперфинал. Давайте одну паутину. У нас остаются два участника и только одна паутинка. Сейчас. Танцуем! А я в этой паутине! Нет, нет, нет. Так нечестно. Так нельзя. Танцуем, улыбаемся, улыбаемся, ребятки. Молодец. Артём! Не толкайся. Танцуем. Пока вы не отойдете от паутины, вы будете танцевать. Вы будете танцевать. Вот Вика молодец, она отошла. Надо отойти, ребят. Давайте, танцуем. Идем сюда, идем сюда. Снимай, будем? Давай, снимай. Танцуем, ребят, танцуем. Опа! Ох, ты победила дружбу у нас, да? Нет, я победила. Нет, победила дружба. Молодцы, дайте друг другу 5. Дайте 5 человеку-пауку. Обнимите друг друга. Обнимите человека-паука. Ой, молодцы, молодцы. Давайте мы все в кружок. Кружок встанем теперь. Артём, мы расстраиваемся. Ты что, день рождения же у нас? Вот все должны веселиться. Давай. Раз, два, три. Мы все сможем. У нас все получится. Мы супермены. Молодцы, вы молодцы, ребята. А теперь еще один кружок с паутинкой. Давайте, ребята, помогите мне по кругу их разложить. Помогите по кругу. Сделайте большой круг из паутинок. Большой, 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 большой. Большой, побольше, побольше, побольше. На меня паутина напала. Побольше мы делаем кружочек. Вот. Ваша задача
пройти по паутинкам, но если вы выйдете за их пределы, то все. Вас заберет с собой чудовище. Вы же не хотите жить в чудовище? Да, хотите, нет? Тут везде чудовище. Да, все, давайте, на счет три мы начнем. Надо вот так вот аккуратненько по паутинке передвигаться. Смотрите, больно быстро не передвигаться. Да, пойдем. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Все за Мишей, паровозиком, давайте. Аккуратненько, аккуратненько. Бегаем. Зомбари нападают. Бегаем, бегаем, бегаем. Ну все, ребят, вы молодцы, вы молодцы. Давайте аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Все хорошо? Давай. Давайте мы все дружно соберем паутинки и отдадим человеку пауку. Мне их еще домой нести. Ребятки, у нас сейчас будет игра на внимательность. Я быстро называю части тела, и вы должны их показывать. Поняли? Вот, например, плечи, ноги, голова, живот. Плечи, ноги, голова, живот. Плечи, ноги, голова, глаза. Живот. Давайте, быстренько. Плечи, ноги, голова, живот, плечи. Это плечи, что ли, Миша? Руки. Плечи. Живот. Хвост. Хвоста нет, что ли, у вас? Нет, молодцы. Давайте. Уши. Уши, глаза. Уши, глаза, нос. Одновременно. Уши, глаза, нос, губы. Язык, слово. Все нормально. Миш, подожди, пока не надо шарики брать. Миш. Да, продолжаем играть. Давайте не отвлекаться. Давай, 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 давай. Что будешь делать с этим пистолетом? Ну ты что? Стрелять надо злодеев. Человек-паук же не злодей? Или злодей? А, Миша? А ты будешь меня защищать, да? Молодцы. Да, давайте, давайте. Давайте, ребят, 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 идем сюда, идем сюда. Давай потом уберем, потом будем драться. У нас еще будет такой конкурс. Давайте, ребята. До конца доиграем. Живот, 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 живот. Уши, 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 уши. Плечи, 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 плечи. Плечи. Кто неправильно сделает в следующий раз? Тот кто? Козявка. Козявка. Кто-нибудь хочет быть козявкой? Нет. Молодцы. Кто козявка? Давайте. Уши. Нет, нос. Козявка. Голова. Козявка. Плечи. А, теперь наши. Круг-круг. Ребят, а где Степа? Степа, где Степа? Давайте Степу найдем. Сейчас скоро будет бастет. Дом скоро будет. Давайте Степу найдем, ребят. Это хорошо. Давайте Стёпу мы найдем. Стоп! Давайте вместе. На 3-4. Стёпа! 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 Ну всё, всё, всё. Стёпа сейчас подойдёт. Всё, всё, всё. Хватит, хватит, хватит. Давайте. Стёпа, Стёпа подойдёт. Давайте. Ручки. И нашу коронную. Раз, два, три. Мы сможем! У нас все получится! Мы супермены! Ну что ж, супермены? Не надо, не надо! Так, ребят, теперь все вместе. Идемте сюда. Каждый берите край полотна. И держите его. Идем, Ника, сюда. Идем, идем вот на мое место. Ника, Ника, идем сюда. Идем сюда. Артём, Артём, идём сюда тоже, идём сюда, ко мне, ко мне. Сейчас я буду как злой преступник. Я вот так вот буду идти вниз и специально сбивать шарики ваши. А вы не должны допустить этого, вы должны оставить их на полотне. Понятно, ребятки? Да. Держи за угол. Давайте. А, шары! Все! Ну ты угол держи, Миш.
Шары пропадают. Ты угол держи. Шары пропадают. Все, Миш, давай. Ой! Угол. Ой! Молодец. Держи угол. Крепко держи. Мы должны поднимать. Да, вот так вот высоко поднимай. Поднимай высоко. И держи, чтобы человек-паук не выкинул все шарики. Держите. Держи над головой, Миша, держи. Повыше. Иди тоже лови шарик. Человек-паук! Что-то у ребят у вас плохо получается. Да! Миша хочет все крушить, да? Ну давай, иди круши. Миша, злодей. Давай, Миша, злодей. Ну все, ребят. Мы победили. А теперь? Миш. Теперь мы поиграем с вами в волейбол. Умеете в волейбол играть? Помаши. Давай. Вот. Вот ставьте. Так, давайте мы все дружно посчитаем, сколько у нас шариков. Один. Сейчас мы с вами разделимся на команды. О чем? И будем играть. Волейбол. Волейбол. На каждой стороне у нас находится по 4 шарика. Задача команды — перекинуть все шарики на сторону противника. Понятно, ребятки? У вас здесь 4 шарика. И там 4 шарика. В той команде, наверное, будут родители, да? Родители и Человек-паук. Давайте нам 4 шарика. Все, Миша. И на счет 3 начинаем играть. Давайте. Раз, два, три. Поехали. Тишу. Большие молодцы. Я пират. Ты пират. Ты курабель. Стой. Давайте. Пока танцуем, ребят, танцуем. Не стоим, не грустим. Давай, Вик, танцуй. Молодец, давай. Все. Видишь, нормально? Давай, зажигай. Это уже получит правую. Вик, держи свой. Как назовем? Как меч назовем? Розочка. Розочка. Хорошее название. Как меч назовешь свой? Супер удар кулаком. А ты еще как назовешь свой меч? Максим.
Миша. Держи свой супермеч. Сейчас я себе тоже меч сделаю, да? И мы будем драться. Мы с вами драться не будем, мы будем тренироваться, чтобы злодеям дать отпор. Согласны? Да. Ну все. Давайте, давайте, ребята, танцуем. Ребят, а давайте, подожди. Давайте придумаем название моему мячу. Какое было название? Элька. Эля. Эля? Какие еще предложения? Самбаль. Полухилая. Зеленая молния. Самбаль. Хорошее название? Зеленое? Нет, самбаль. Самбаль. А ты, Ира? Ну-ка. Пита. Давай, у тебя же хорошее название получается. Давай, Пита. Придумай Пита. Моему тоже. Пава Нита. Эри. Печка водилец. Владенец. Снова. Давайте разделимся на команды. Мальчики вместе, а Человек-паук вместе с Викой. Что будем делать? Будем драться. Это синяя команда. Синяя команда, да. Давайте на счет три мы встанем друг напротив друга. Встаньте туда, ребята. Миша, Артем, давайте. Раз, два, три, бой! Все вместе. Давай. Раз, два, три. У нас все получится. Мы все сможем. Мы супермены. О, молодцы. Похлопали друг другу, похлопали. Ну ты что, с Человеком-пауком будешь драться, что ли? Я же тебя спасаю. Так, ребят. Буги-буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так. Раз, два, три. Буги. Человек-паук! Буги-буги! Как Халк! Буги-буги! Руку левую вперед, а потом ее назад, а потом наоборот, и немножко потрясем. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так. Раз, два, три! Танцуем буги-буги, поворачиваем руки и в ладоши хлопаем вот так. Раз, два, три, буги, кружимся. Раз, буги, замерли. Буги-буги,
левую вперед, а потом ее назад, а потом наоборот, и немножко потрясем. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так. Раз, два, три, буги. Это паровозиком, паровозиком. Буги. Паровозиком давайте. Буги. Паровозиком, паровозиком. Буги. Сюда, сюда. Буги. Назад, 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 Миша, назад. Давайте, давайте. Ушко, ушко. Назад ушко. Потом опять вперед. И немножко потрясем. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем. Вот так. Раз, два, три. Буги. Замерли. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так. Раз, два, три. Буги-буги. Замерли. Буги-буги. 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 Окей! Молодцы, похлопали друг друга. Вы большие молодцы. Давай. Раз, два, три. Мы все сможем! У нас все получится! Мы супермены! Ура! Похлопали, похлопали. Давайте, мальчики, в одной команде. И за Мику мы попросим кого-нибудь. Узнаешь много вашего. Вот. Так, ребята, встаньте сюда, встаньте сюда. Одна команда сюда, вторая сюда. Сюда встаньте. Ваша задача, ребятки, пронести на кольце шарик так, чтобы он не упал вокруг меня и передать следующему эстафету. Два, три, поехали! Давайте, 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 быстрее. Давай, давай, держи. Вика, идем сюда. Ой. Надя, 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 Надя. Давай, давай, Артем, бери мяч, шарик быстрее. На кольцо ставь и беги. Мы проиграли. Ну, ребят, ну так ничего у нас не получится. Так и не станешь проиграми. Ребят. А может и не сможет. Поддерживайте его. Однажды побежал. Понял? Стой. Приспалит кто-то сыра. Давай. Гром думает весь. Давайте, давайте, ребят. Обойти надо меня, обойти. А может, мог его. На деле она взлетела. Поддерживай, поддерживай. А может, не взлетела. А может быть, напали. Давай, Миш, поторопись, смотри, они уже... Проследом забрала. А где тебе уже молодцы, ребят, молодцы. Вы справились с этим заданием. Давайте похлопаем, похлопаем. Мы с Викой выиграли. Олесь! Не-не-не, ты чё? А чё? Ну так очкует, ты ещё туда залезете. Там застрял. Миша! Ребят, помните, это не простой туннель, это туннель желаний. Волшебный туннель. Заходить и загадывать желание. Давай. Ты что загадал? А я просто... Смотри, Степка, Степка идет. Степка ползет, смотри. Иди тоже проползи. Смотри, Степка пролез. Иди тоже. Дед Мороз. Нет. Ага, ты разозлел. Чтобы в туннелях не лазил. Все, ребят, все. Мама заморозилась. Давай, мама, тоже нырять. Я хочу себе меч. Все, все готовы, ставим. Днем рождения, днем рождения, днем рождения,
Аминь.